Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, первый день у нас с тобой, и 25 миллионов древесины я забрал с превеликим удовольствием. Так, ну что, посмотрим, у нас есть какое-нибудь событие. Все-таки Новый год начался. Да, у нас есть, но пока еще оно недоступно, а будет оно через 15 часов только лишь доступно. Ну что же, ребята, тогда сегодня поиграем в арену. Ну и заодно прокачаем наших драконов, которые, конечно, будут к этому готовы. Блин, 100 миллионов древесины. Лучше бы вы дали мне 100 миллионов рыбы, а не древесины. Так, посмотрим, что нам здесь выпадет. Тусклый янтарь, 150 штук. Так, водорез, лети. Угу. Ветрокрыл. Получает у меня 93 уровень. Блин, дальнейшая прокачка, конечно, будет очень-очень жесткой. Так, обучить. А зачем мне обучить? Не надо никакого обучения. Давай лети за рыбой. Так, этот с древесиной сидит. Древесину мне пока некуда тратить, поэтому пускай дальше сидит с ней. Но мы сейчас с тобой быстренько что-то найдем, куда можно будет это приспособить. Так, что, тусклый янтарь? А, нет, смотри-ка, руночки, спасибо. 12 штучек, мало, но приятно. Так, давай-ка мы посмотрим, какой у тебя уровень, 73-й. Можешь прокачать? Нет. Пока стой на месте. Пока стой на месте, эти тоже у нас тут с древесиной все забитые. Ничего сделать не могут. Тут я ничего брать не буду. Просто мне незачем. Так, ты... Какой там, 78 уровень у тебя, да? Давай-давай за рыбой, все за рыбой. Этот сотого уровня тоже. Так, у нас должны быть где-то креветы, вот они. Ага. А у меня, блин, а у меня железа нету. А у меня железа нету, почему? Фиг его знает. Потому что нету, потому что закончилось у нас железо. Так, шепот смерти, крылатый ужас, шторморез. Так, капля ресурсов. Кстати, там неплохо рун надавали. Еще один пак откроем. Это, по-моему, мы с тобой из прошлого события забыли их подкрывать, да? Паки-то эти. Костолом, душитель, шторморез. Кто-то тут выпадет нам сейчас. Многоножка. По-моему, у меня есть эта многоножка. Да, в наличии уже две штуки, поэтому отпускаем. Так, подожди. 85 уровень. Блин, я даже не знаю. 133 миллионов древесины нужно. Ну а ты-то в конце концов будешь сегодня прокачиваться или нет? Да конечно. Это уже, ребят, специально все сделано. Я офигею просто. Да, с железом у меня огромные проблемы. Просто наиграемейшие. Так, ну-ка, что ты мне тут принесешь? Оп, яйцо. Не двигаться. Бесплатно. Так, лети. Сколько у нас? 242 миллиона рыбы. Это мало. Этих олухов тоже с тобой отправим. Мне даже потратить некуда. Так, подожди. Весный чес. Сколько? 405. Ну, уже что-то. Уже что-то. Так, где у нас? Вот он. Блин. Давай мы, наверное, с тобой откроем пак. За... У нас тут должен быть пак, где находится железо. Только вот не помню. Здесь? Или вот здесь? Вот здесь, по-моему. Давай-ка мы купим. Блин, что, по одному железу, что ли, будете мне давать? По одному железу, ну это как-то стрёмно. Если честно, по одному. Дайте хотя бы... Вообще не дали. Просто не дали. Зато рыба у нас есть. Так, ладно, надо прокачивать. Так, где у меня еще один громобой? Я же помню... А, этот у нас не докачался же, ё-моё. Буйволорда, что ли, тогда придется. Блин, ну он дорогущий. Ветрокрыл тоже дорогущий.
Ветрокрыл я, наверное, все-таки отправлю искать железо. А что, у нас все? Можно древесину забирать? Хорошо, я заберу древесину. Ты что сидишь-то там? Шитик, иди давай, добывай. Сколько там нужно? 4. Ну, давай тогда вот этого будем. Ну, а что делать? Пускай идет, тренируется. Тут 63 уровень. Так, ты за древесиной вперед. Давай, давай, все за добычей. Буйволорд. Уже не хватит, потому что 133, а у меня всего лишь 113. Да, как-то не клеится у нас, да? Пускай летят хоть кто-нибудь, пускай прокачивается, пока мы тут с тобой стоим. Чтобы не простаивало у нас там все это. Пускай летят, тренируются. Так, где у нас этот следующий-то? Вот он. Листочек, опять же, тусклый янтарь. На поиски вперед с песней. Здесь мы с тобой забираем награды. Так. И вот так. Так, рыба. Древесины просто немерено. Открываем пак. Бесплатный. Так, ну что, монеты и начинка. Шторморез, душитель, громобой. Замечательно, рекламный. Ну, опять же, монетки Одина и самая начиночка. Древоруб, шторборез, громобой, защитник. Пока все. Здесь что у нас? Обмен. Блестящий янтарь. Так, а мы с тобой зарядим просто, да? Одну штучку. Так, найти снеговика. Где у нас тут? Вот он, снеговик. Через 21 час закончится, ребят, событие. Так, здесь у нас один пак. Мы его открываем. Шторморез, кревет, водорез. Все. Ну, что я тебе говорю? Надо идти на арену. Больше нам пока делать нечего, ребят. Сейчас я, кстати, посмотрю. Ага. Все, пускай будет так. Поиск. Беззубик, найди мне кого-нибудь, я не знаю. Давай вот волнорезы, эксклюзивно. Ну это, конечно, ребят. А давай рискнем. Пускай летит, ищет. Чем черт не шутит, да? А вдруг, авось. В жизни все бывает. И почему бы этим не воспользоваться моментом. Так, ну что, а мы с тобой идем, соответственно, на арену. Наверное, мы сегодня откроем с тобой два пака вождя. Соответственно, будет у нас 6 поединков. Поехали. Блин, Барсика хочу, ребят, прокачать до 16 уровня. Я знаю, что он как бы самый слабенький у нас, но в то же время его двойная атака нас очень сильно вручает, блин. Почему-то мне некоторые подписчики не советуют брать вот этого дракончика. Я не понимаю, почему. Говорят, типа, тебе будет с ним плохо. Не знаю, в чем проблема, в чем плохо-то заключается. Так, сейчас мы с тобой вот этого, наверное, шлепнем. Ёк-макарёк. Ты смотри-ка, а. А ведь мог ушатать. Ну этот. Твою надо. Сейчас два плевка. Да, и минус Барсик. И минус Барсик. Блин, а тут два стража, прикинь. А этот еще и медленный. Ё-моё, по-моему, ребят, нас тут сейчас раскатают. Угу. Так, сможешь добить? А, мы можем. Давай я лучше залечу тогда. Слушай, у этого сейчас будет какой-то суперудар, наверное, смотри.
Ничего он такого не стал делать почему-то. Интересно. Так, залечим раны. Неужели выиграем? Нам нужно поспешить, потому что у нас закончится здесь шкала ходов. И все, ребята, мы сфейлимся. Но я этого, естественно, не позволю. Он даже не стал отхиливаться. Еще и промахнулся. Ну вот и все, крышка тебе. Победа за нами. Ну, здесь, в принципе, да, противничек такой не кислый. Шипорез. Так, кого нам тут лучше, наверное, вот с него как раз и начнем. С шипореза. Тройной удар пока потерпит. Ну-ка. Ай, красавчик ты. Это она такая ответочка, да, прилетела? Окей. Да хорош, блин, барсик-то бедного моё. Бомбят. Ну, ему крышка, конечно же, потому что... А, хотя, подожди. Это еще не точно. Это еще не точно. Да? Ты серьезно? Ты просто взял и промахнулся? Красавчик. Обожаю, когда вы так промахиваетесь. Барсик. Ну что ж ты, Барсик, ну мог бы отомстить-то, ё-моё. Ведь мог бы легкую добить его, но почему-то он не стал. А этот-то, естественно, сейчас бомбанет. С разбегу. И именно в Барсика. Куда же еще? Я нисколечко... 400, прикинь. 400 урона он наносит разбегом. Так, ну что, смотри, у нас следующий поединок. Хей. Здоровски, да? И они оба... Они оба плюются. Ты тоже, да? Ну, они по одному плевку делают. Так, Кривоклык, что тебе надо? Нам одного надо в любом случае сейчас как можно быстрее уничтожить. Это что такое сейчас было? Это куда он плюнул? Массовая атака, что ли, такая была? Давайте-ка завязывайте, ребята. Дурковать. Что я сейчас сделал? Я атаковал сам себя? Трындец, я атаковал сам себя, прикинь. Какая, блин, слепота, я не могу понять. Что происходит, блин? Ребят, я что-то вообще, я, честно говоря, не догнал. Какая-то слепота, я начал бомбить, сам себя опять же атаковал. Что происходило сейчас? Я что-то, видимо, пропустил? Или что? Странно. Странное, интересное что-то было у нас. Так, ребята, ну вот и первый пак вождя мы с тобой получили. Громобой, ужасное чудовище, острокрылый змеевик, парящий прихвостень, Грэм Гильда. И как ты видишь, мы с тобой получили два обычных пака. Но мы на этом не останавливаемся, мы с тобой идем за следующим паком вождя. Угу, парящий прихвостень, тройной удар и еще кто там? И барсик. Окей. Ну что, начнем, наверное, с парящего. Как по мне, это самый оптимал. Именно с него начать разбор. А у него барсик 18 уровня, кстати. Сейчас пламя пойдет. Не, не пошло. Все, минус. Так, сейчас что-то будет. Ай-яй-яй, будет яд. Фига ты лупишь, а. Да, ребята, тут, по ходу дела, мы приплыли. Он заблокировал мне способности, я даже не могу залечить раны. Естественно, сейчас плевок. И еще плевок, и все, и нам крышка. Быстро тут, конечно, быстро раскатали. Я ничего, ребят, не могу сказать. Да. Да. Ну, бывает и такое. Ну что, надеюсь, на этом поединке у нас все пройдет хорошо. Надеюсь. Ну что, начнем, наверное, с пристиголового. Вроде бы он неплохо разбирается. Угу. Так, громобой. И все опять в барсика идет, а?
Все идет в Барсика. Ну давай сюда, наверное, сделаем атаку. Так, сейчас они вдвоем тут будут ходить. Раз удар. Два удар. И не добил, а? А у этого еще, парни, повышенная атака. Ё-моё, он с массовой атаки начал, прикинь. Да ладно, да быть такого не может. Блин, а ведь может, мы сейчас можем сфейлиться, ребят. Вот это да, второй бой подряд. Я такого давно не помню. Честно говоря, чтобы мы вот так вот проигрывали. Очень часто. Громобой, что ли, самый бесявый здесь, а? Может быть, с него надо было начинать, а? Постоянно. Приоритеты просто мы с тобой неправильно выставили, вот и все. Что-то мне не нравится. У Барсика уже здоровья нету. Все, он практически на микронах живет. Этот сейчас свой яд выпустит, верно? Конечно. Будет он тебе упускать момент. Ай-яй-яй-яй-яй. Что ж ты делаешь? Ну и как тут, например, нам быть? Давай вот так вот сделаем. Крышка, да, нашему? Нет, живем еще. Так, давай, давай, добивай его. Молодец. Так, мы теперь хильнемся. Блин, он же потом сделает атаку. Он же сейчас сделает свою атаку. Опять этот яд. Конечно. Ой-ой-ой-ой-ой. Чего? Они... Слишком ты часто тут, парень, ходишь, а? Блин, по-моему, нам крышка. Третий бой подряд проигрываю. Пипец. Да, я даже не знаю, что делать. Как быть-то? Это называется, я пошел за вторым паком вождя. Угу. И еще ни разу не выиграл. Приоритеты. Какие тут в одно место приоритеты, блин? Скажи мне на милость. Если меня просто раскромсали и все. Причем уровень, ну 16-е. Да че ж так? То ли Барсик меня здесь подводит, то ли фиг знает, то ли удача просто отвернулась от нас. Я не знаю, на что тут еще можно... сделать акцент. Может быть, просто я разучился играть за новый, за, как сказать, за Новый год, за старый год. Короче, за все это время, что не играл в игру, потерял сноровку, бдительность. Как так-то? Три поединка подряд сфейлиться. Такого не помню даже в самые худшие времена. Так, ну здесь, слава богу, вроде бы как идем к победе. Это не страшно. Ну вот и пак вождя. Так, смотрим. Шторморез, крылатый ужас, костолом, громыль, водорез. Барс и вепрь. Ну, дают, правда, одну карточку. Все. Два пака мы с тобой получили. Так, тут у нас награды. Сноглток. Ну, естественно, я его не получу, я уже не успею просто-напросто. Так, и зарабатываем с тобой 500. А что нам 500? 500 якнога нам ничего не дадут. Нам нужно 750 минимум, чтобы хотя бы пак открыть. А так, это бесполезно. Ну что, друзья мои, на этом заканчиваем сегодняшнюю серию. Подожди-ка, Барсик-то у меня что там стоит, грустит, бедолашка. Давай-ка мы его отправим приключения. Да-да-да, эти тоже у меня тут прохлаждаются что-то вдруг. Я забыл их всех отправить. Так что, все пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.